Доброе утро, дорогие друзья! И я решила познакомить вас с еще одной традицией Испании, с одним интересным рецептом. Вы его наверняка многие тоже делаете. Рецепт называется «Сладкое блюдо». Блюдо называется «Macedonia de frutas». Это блюдо, значит, делают для детей и, в принципе, как сладкое блюдо, как десерт, после того, как вы покушаете, либо на полдник. Когда в доме много различных фруктов, вот как у меня, Macedonia делается быстро, легко и просто проблем нет. Нужно взять по одному, значит, продукту из того, что есть. Это может быть груша, яблоко, значит, слива, малина, клубника, киви, даже дыни, арбузы. Это у кого что есть. То есть берется, как говорят испанцы, фрута де темпорада, в тот момент, в который есть данные фрукты. Ну вот я беру, у меня есть немножечко фрисона, это огромные-огромные вот такие клубнички, огромные прямо клубники, и из этих фрисонов несколько штучек тоже будет кусочек нашей Macedonia. Я возьму один бананчик, сюда один бананчик, возьму одну грушу, одно большое яблоко, киви, возьму один мандаринчик, и для того, чтобы залить соком мою Macedonia, я возьму и выжму затем сок вот этого апельсина. Все, я себе выбрала фрукты, и теперь можно приступать к моей работе. Изначально, дорогие мои, надо все фрукты почистить и порезать пополам. Затем уже из этих фруктов делать небольшие кубички. Я взяла грушу и яблоко, такие потверже, потому что с твердыми продуктами Macedonia хранится дольше, и можно кушать ее не только сегодня, допустим, но можно кушать и завтра. И хватит на всю семью такой большой тарелочки, на два хороших десерта. Режем это удобными для вас кубиками, не сильно мелкими. Кто любит мелкие, можно и помелче. В принципе, яблочко можно сбрызнуть лимоном, чтобы оно не потемнело. Но так как я буду все это заливать апельсиновым соком, естественно, и лимончик можно и не брызгать. Вот такими кусочками я нарезаю фрукты, какие у меня есть. И эти фрукты затем буду складывать вот в такую мою тарелочку, баночку, где и будет все это храниться у меня в холодильнике. Делаю эту процедуру аккуратненько. Один фрукт за другим. Все у меня почищено, все у меня сделано. Конечно, если вы хотите употреблять малину, либо клубнику, то вот такие фрукты, они должны быть, естественно, потверже. Старайтесь брать фрукты, которые, в принципе, будут сохраняться долго, и не раскисать, значит, в лимонном соке. Ну, кто как делает. Основной принцип – это, естественно, различные фрукты. И этот продукт, в принципе, можно делать, значит, и зимой, и летом, в любое время, находя те продукты, которые у нас с вами есть под рукой. Ну, вот сейчас у меня дома были такие продукты. И из них я сделаю вот этот знаменитый салатик Macedonia. Все нарезаем. И затем все будем отправлять в нашу тарелочку. Возможно, я тарелочку-то взяла и маловатую на каждый фрукт. Но уже сделаю в такой. Готовы, порезаны. Салатик получится очень интересный, красивый, цветной. Прям все цвета радуги, как говорят. Очень вкусно будет. Очень полезно.
Все это я складываю аккуратно в мою вот такую глубокую мисочку. И затем буду выжимать сок моего апельсина. Делается элементарно быстро, элементарно просто. Значит, испанцы очень любят этот салат, очень любят этот салат. Заказывают его даже, значит, в ресторанах. Естественно, там есть и другие фрукты, есть и манго, есть и ананасы. Какие-то такие фрукты немножечко посолиднее. Но я считаю, что и эти фрукты отлично справятся. И дальше я выжимаю на элементарный вот такой ручной моей выжималочке, выжимаю сок моего апельсинчика. Апельсин у меня большой, поэтому сочный. Я думаю, что сока мне хватит. Не надо мне, чтобы уж прям совсем-совсем ласидония была жидкой. Выжимаю сок моего апельсина и буду аккуратненько, дорогие мои, заливать этим соком мой салатик. Если попадет мякоть апельсина, значит, в салат тоже ничего страшного. Да, целая вот такая баночка сока у меня с апельсина получилась. Итак, я аккуратненько вот этот мой салатик заливаю. Стараюсь попасть и на яблочки, чтобы яблочки потом не темнели. Вот так прошла наша эта процедура. Затем беру мою ложечку и аккуратненько снизу в соку перемешиваю мой фруктовый салат, мою вот эту испанскую Маседонию. Называется, еще раз повторяю, это блюдо Маседония де Фрутас. Затем можно подавать в красивых таких пиалочках, либо стаканчиках, но обязательно Маседония должна настояться. Чтобы она настоялась, что мы делаем? Я беру вот такую мою фильм, как говорят, ленту фильм, закрываю мой салатик и оставляю его до полдника в холодильнике. Вот так, вот такая красота Маседония де Фрутас у нас, дорогие мои, получилась.